Не могу пригласить члена другой группы. Не могу пригласить члена другой группы. Я же пать. Так, бахайте, что хотите, делайте, что хотите, короче. Самое главное. Сейчас Дашка спросит. Пускайте босса бейте. Добро пожаловать, герой! Мы услышали призыв современного авангарда, и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Джефф, ебани лапу, у меня регов нету. Тут не гирей, да? Можно поронить на кого-то? Ни в каких рейдах мы на кого-то не ролим. Групп лут. Ролим на один спек. Если вы ролите не на тот спек, в котором идете, пишите об этом в РК. Знаю, Лем, с учета у меня рулит на первой пати. Остальное не знаю. Я левую подачу. Сражайтесь или погибнете, герои!
чудовища повержены! До скорой встречи! Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника! Готовьтесь к бою! Благодарю, Верховный Лорд! А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Танков много. Тут можно в одного, мне кажется. Получилось! Трепещи перед всевластным Вильфредом Непопамсом, мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Тут я главный! Быстрее, герои! Расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство! Перед вами Джараксус, эреданский повелитель пылающего легиона! Сойди чуть-чуть там, раз этот чувак не зовет. Добейте инфернал. Плоть от кости! Хильте, хильте шамана. Хильте шамана. Сейчас рванет. К счастью, вы победили демона. И теперь вас ждет новый Ходите противник. С центра. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного авангарда. Лишь победив их, вы заслужите... Я 4 каунта удаляю каждый раз. Хилы, как там хилится Аркона? Они хотели запятнать честь Альянса. Джиз, Джиз. Кар вот этот нормально хилит? Тирион, позволь моим чемпионам... Но он флешками зачем-то хилит, а не светом. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо. Да будет так! Сражайтесь с честью! Сражайтесь во славу Альянса, герои! Во имя вашего короля! Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем! За Орду! Так, деморонайзер вар. Хризи квадрат. Луна. А, кто там? Злодеечка. Кто еще танки есть? Все. Ну ладно. Я могу спекс. Не надо.
Сначала бьем Лока, а потом... Тут Ретрик, кстати. Ромбик, Ретрик. После Лока будем бить Ромбик. Потом Хэнта. Так, Лок. Крестик. Изгнание, страх по очереди. По три раза. ДК, притяните звезду в рейд. Начинайте. Сменим звезду. Потом ромбик. Тянем ромбик в рейд. Помоги. Давайте кружок. Все кружка звезда. Танк, который танчит квадрат, подведи его к черепу. Веди его к черепу, все идем к звезде и к черепу вместе с мобом.
Где этот пидор? Сразу сюда к черепу отходите. Полутайте и отходите. Пустая и горькая победа. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры. Куда спикаешься? Состязания начнутся! Так, дайте какую-то хуйню. Ладно, на свою дайте. Во имя темного повелителя. Ну, черную возьмите с ним за. Короля Лича, вы умрете. Чего? Как дела? Всего хорошего. Все еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой. Надо будет ласты хилить или не надо? Вряд ли спекнуться. Ладно, спекаюсь. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Запускай этого пидора. Кто там? Это место станет вашей могилой. Ааа!
обещал, господин. Давайте, Геру. Господин. На ИП кто-то заходит.